просто не подумай, пожалуйста, Аня, что я на тебя злюсь из-за того, что ты в последнее время устраиваешь. Что за работу за свою эту жалкую цепляешься, сбегаешь, связываешься непонятно с кем. Что сына с мамой против меня настраиваешь. Я на тебя не злюсь. Я пыталась убежать. Он забрал у меня ребенка и документы. Я не понимаю, как мне отсюда выйти. Я не знаю, что будет, когда он вернется. Вы слышите это или нет? Я помогу. Он навсегда исчезнет из твоей жизни, но... Только если ты готова пойти до конца, ты готова пойти до конца. Я в ваши дела никогда не лезла. Но я вижу, что с моим сыном происходит плохое. Тебе угрожает опасность. Ты что, мне угрожаешь? Ты вообще в порядке? Ты не поздно заботился, там, герой. Корректно ли это? Спустя столько лет, когда она еле-еле начала забывать то, что случилось. Писать, звонить, как будто ее жизнь до сих пор твое дело.